Что вы хотели? Бокс. Бокс? Как в первом классе. Ладно, будет сделано. В 59-м году. Хорошо. В этом барбершопе все довольно скромно. Табуретки, пара зеркал, бритвы и ножницы. Зато мастера выполняют все пожелания клиентов. Бесплатно. Что просили-то, какую стрижку? Молодежную. Я не хочу быть старым. Хочу быть всегда молодым. Клиенты в этом салоне, кстати, тоже особые. Каждый из них когда-то остался без крыши над головой. Сегодня постояльцев приюта стригут неравнодушные парикмахеры. Акция проходит в рамках всероссийского социального проекта. Парикмахеры объединяются и малообеспеченных постояльцев, то есть в домах престарелых, либо это непосредственно Дом милосердия, Центр милосердия, где мы сейчас находимся, благотворительно стригут, то есть делают доброе дело. И тем самым, то есть, помогает навести внешний вид постояльцам. У каждого клиента за плечами своя непростая история. Правда, о нелегкой судьбе они редко рассказывают мастерам. Не рассказывают, сидят молча, кто-то спит. У меня рука легкая, поэтому большинство моих клиентов спят, для меня норма. Для постояльцев приюта новая стрижка иногда становится поводом начать новую жизнь. Нормальный внешний вид помогает быстрее найти работу и восстановить документы. На самом деле можно при участии добровольцев очень хорошо разнообразить жизнь тех людей, которые здесь у нас находятся, и помочь им какой-то новый смысл в своей жизни увидеть. То есть, по большому счету, в этом смысле добровольцы, они очень такой мощный ресурс в нашей работе. А еще этот социальный проект – некая терапия. Прически становятся лекарством от грусти. Глядя в зеркало на новую стрижку, постояльцы приюта невольно улыбаются. Красавчик? Да, красавчик. Дарина Гранцева, Иван Марунин, Тюменская служба новостей.